Если хочешь путешествовать бесплатно и при этом зарабатывать, то досмотри это видео до конца, это твой шанс. А если тебе нравится работать за зарплату, путешествовать один раз в год или только мечтать об этом, то закрой это видео, оно не для тебя. Итак, ты с нами? Продолжаем. В этом видео ты узнаешь, что такое на самом деле круизный отдых, чем он круче отельного, сколько стоит круизное путешествие, как сделать это бесплатно и как именно тебе можно зарабатывать на этом серьезные деньги, даже если ты никогда не был связан с туристическим бизнесом. Давайте разберемся, что же такое круизный отдых. Современные круизные лайнеры – это город на воде. Каждый лайнер оснащен системой стабилизации качки, поэтому вы даже не почувствуете, что находитесь на воде. Морская болезнь отменяется. Зайдя на лайнер, вы распакуете чемодан и начнете захватывающее путешествие из города в город, из страны в страну. Выбирайте круиз из 5500 направлений и путешествуйте. Комфортабельная каюта похожа на номер в 5-звездочном отеле. Только вид из окна отеля всегда одинаковый, а вид из каюты будет меняться каждый день. В стоимость тура уже включены круглосуточное питание и развлечения. Не нужно думать, где вы будете завтракать, обедать или ужинать. Вас ждет шведский стол с огромным выбором изысканных блюд, а в ресторанах принесут меню без цен. Каждый лайнер насыщен возможностями для активного и пассивного отдыха. Это аквапарки с водными горками, бассейнами, лежаками, джакузи и саунами. Это скалодром, ледовый каток, фитнес-центр, аэротруба и искусственная волна для любителей серфинга. А также это площадки для игры в гольф, баскетбол и теннис. Вас ждут яркие бродвейские шоу, ледовые шоу, цирк Дю Солей, театральные представления, концерты, ночной клуб и вечеринки. Лайнер настолько огромный, что за время тура вы не успеете посетить все развлечения, приготовленные для вас. Как вам такой вид отдыха? А теперь давайте рассмотрим, как вы сможете отдыхать с большими скидками. В последнее время популярны совместные закупки. Например, если вы захотели купить телевизор по оптовой цене, то вы объединились в группу из 50 или 100 человек и покупаете его по оптовым ценам. А если вас будет, например, 10 тысяч человек, то вы сможете обратиться напрямую к производителю и купить его по себестоимости. Вот на этом принципе и основан круизный клуб InCruises. Более 60 тысяч человек по всему миру увидели эту выгоду, стали членами клуба и покупают по самым выгодным ценам круизные туры напрямую у круизных линий. Каждый предприниматель понимает, что постоянные клиенты – это самая важная ценность бизнеса, это золото, и круизные путешествия не исключение. И если мы начинаем постоянно путешествовать на круизных лайнерах, то мы становимся выгодны круизным линиям. А как понять, вы постоянный клиент или нет? Значит, вам нужно себя как-то проявить. А как это сделать? Очень просто – ежемесячным накопительным взносом $100. Для кого-то, может быть, $100 в месяц кажется большой суммой, но если есть мечта путешествовать, то эта мечта на самом деле стоит всего 200 рублей в день. Это просто не выпить чашку кофе с булочкой, и вы можете путешествовать по всему миру. А если бы был вариант ежемесячно не откладывать по $100 на свой отпуск, и при этом каждый месяц ваш круизный счет пополнялся бы, это было бы для вас хорошо? Конечно, да. Но вы же знаете, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Мы тоже не верим во все бесплатное, потому что бесплатного ничего не бывает. Если хотите купить товар и услугу, то вы либо платите за них, либо выполняете какую-то работу. Это же резонно. А готовы ли вы поработать? Работа очень простая. Нужно пригласить всего 5 человек в клуб, чтобы они путешествовали с большими скидками и радовались жизни. За это каждый месяц клуб будет класть на ваш круизный счет не $100, а 200. За год это составит $2400. Это примерно 160 тысяч рублей. И на эти деньги вы сможете покупать любые круизы на всю свою семью. А теперь вопрос, скажите честно, что для вас проще, один раз пригласить 5 человек, чтобы получать по 160 тысяч каждый год, или самостоятельно, ежегодно,
откладывать на круизный отдых часть своих доходов. По статистике большинство людей отвечают, что им проще пригласить 5 человек. И когда вы пригласите 5 человек в клуб, то сразу начнете копить себе на отпуск и при этом еще зарабатывать. Ведь если вы воспользовались какой-то классной услугой и вам очень понравилось, то какое количество людей от вас узнает об этом во всех подробностях? Как правило, близкие, родственники и друзья – это где-то 1-2, может быть, 5 человек. Правда ведь? Конечно, это же закономерно, потому что человек ленив по своей природе, и для активной деятельности ему нужна дополнительная мотивация. Руководство клуба это понимает. Поэтому за первого человека, который придет в клуб по вашей рекомендации, вам заплатят $50, 60 за второго, 70 за третьего, 80 и 90 за четвертого и пятого. Это называется партнерская программа. Итого за пятерых вы получите $350 на свою банковскую карту, а в рублях это приблизительно 23 тысячи рублей. Такая сумма усилит ваше желание делиться информацией. Однако есть нюанс. Приглашать новых людей в клуб могут только партнеры клуба. Клиенты просто копят ежемесячно по $100 на круизное путешествие. Чтобы стать партнером, вам нужно лишь однажды оплатить $295. Из них $100 сразу удвоится и перейдут на круизный счет для накопления на ваше путешествие. А $195 – это единоразовый взнос, который открывает доступ к партнерской программе клуба. Смотрите, как дальше будут развиваться события. Кто-то из ваших людей, так же как вы, захочет путешествовать бесплатно и тоже пригласит 5 человек. Эти люди сделают то же самое. Так будет расти ваша команда. И когда в ней будет 30 человек, ваш ежемесячный доход составит от 30 тысяч рублей. За каждого человека в команде вы в среднем будете получать около 1000 рублей. То есть, если вы хотите зарабатывать 100 тысяч рублей, значит вам нужна команда более 100 человек. А если 500 тысяч, значит увеличивайте команду свыше 500 человек. Миллион – это чуть больше 1000 любителей путешествовать. Реализовать это одному можно, но сложно. Поэтому мы это делаем командой по специальной системе, используя современные технологии. После того, как вы стали партнером, вы подключаетесь к нашей системе и сами выбираете, как продвигать этот бизнес. Через знакомых, незнакомых или в интернете. Вы получите четкие инструкции, с чего начать. Теперь вы все знаете и можете закрыть видео и забыть про все это. Это тоже нормальный вариант, это ваше право. А можете сказать: не хочу никого приглашать, хочу просто копить по $100, чтобы отдыхать с большими скидками. Или вам очень интересно и хотите во всем разобраться подробнее. И это правильно, ведь чтобы принять окончательное решение, нужно в этом разобраться детально. А для этого изучите дополнительную информацию в роликах из этого плейлиста. Если смотрите это видео на компьютере, то увидите их справа. А если с мобильного телефона, то ролики будут внизу этого видео. Пощупайте систему нашей команды изнутри. Обязательно попросите гостевой доступ в систему у человека, который дал вам это видео. Разберитесь в этом предложении. Возможно, это шанс создать жизнь, о которой вы мечтали.